Привет, это Коня. Актер Ли Чану, тот, который недавно сначала резко растолстел, всех шокировал. Все такие, чего? Это он? Кто смотрел дораму «Изящная семья», там он играл адвоката, и все, как бы, многие по нему тащились. А тут бац, он появляется такой прям, ну, он, во-первых, высокий, здоровый, а тут такой жиробас прям конкретный. На тот момент он весил 108 килограмм. Короче, после этого он сбросил прямо во время шоу специальным, шоу какое-то для похудения, сбросил 22 килограмма, занимался спортом, сказал, это было изнурительно, причем он сбросил 22 килограмма за 3 месяца. Ну, это для организма, конечно, это ударная волна. Так вот, я не об этом, конечно, хотела поговорить. Он заявил, что хочет жениться на своей девушке по имени Чехи Вон. И, насколько я знаю, она тоже актриса. Ну, как бы я ее толком не знаю. И они познакомились вместе, снимаясь в дораме. И они вот, по-моему, с 23-го года, с прошлого года, официально объявили о своих отношениях и говорят, что они вообще не скрывают то, что они встречаются. То есть они открыто демонстрируют свои отношения. И он сказал, что он хочет жениться и хочет завести детей. И причем говорят, что это уже он не в первый раз так заявляет. Поэтому, я не знаю, возможно, он хочет жениться, а она как бы еще не готова. И мне кажется, что таким образом он как бы пытается ее уговорить. Мне так кажется. Ну, может, я просто ошибаюсь. Но в любом случае, возможно, скоро будет еще одна парочка женатиков.